Был всего один выходной, Вадим, и команда успела чуть-чуть восстановиться, может, не физически, но как-то психологически, морально. Ну, я считаю, вполне. Вчера все ребята отоспались и получили какие-то новые эмоции дома, с семьей, так что все хорошее настроение, скажем так, в игровом тонусе. Начинаем новую серию. Вот этот тонус игровой, про который ты говоришь, он может в начале серии дать даже некое преимущество над Акбарсом? Ну, как говорится, игра покажет. Будем стараться все для этого делать. То, что команда начинает серию на выезде, как ты думаешь, это как хорошо или плохо скажется? Ну, знаете, в таких играх, наверное, может быть, за исключением седьмой игры сказывается преимущество своего поля. Я не считаю, что тут без разницы, что дома начинает, что на выезде. Во всех играх нужно стараться побеждать. У нас уже были подобные моменты, поэтому самое главное – подлечить болячки. А 2-3 дня, я думаю, в плане восстановления, но достаточно. У нас 4 пятерки, и от каждого зависит тот эпизод, тот или иной, кто-то там в меньшинство отстоял, да, кто-то там броски сблокировал, кто-то там голы забивает, поэтому как веник. Тяжело сломать целый, но по веточкам можно переломить. Кого из наших травмированных можно ожидать возвращения в строй уже по ходу серии с Акбарсом? Честно говоря, я не знаю, но все прекрасно видят, что нам не хватает многих игроков. Но независимо от этого, вся команда, все ребята, они выкладываются полностью до последнего на льду. Это тоже всем было видно вот в последних играх. Самое главное, что у нас будет кого на лед выставить, и будет команда против Казани. Это самое важное. Руки никто не собирается опускать, и у нас, несмотря на то, что ребят нет, нужно отметить, что Казань, она демонстрирует очень такой хороший, чистый хоккей, это тоже меня радует. Но, несомненно, если все пойдет хорошо и правила будут соблюдаться, то все сложится благополучно.